Так их тут поподкидывало, видишь? Да, туда вообще не пройти никак, при всем желании. Нет, ну пройти-то может можно, если знать, что там ничего нет. А так страшно. Ну, телевизор. Пылесос. Сейчас это. Маруська, писец, все выгорело. Ну вот как тут пройти? Тут никак даже не пройдешь. Ни со своего подъезда я не смогла, ни так напрямую. Тут вот оно, дерево, все валяется. Сейчас попробую сзади дома что-то придумать. У меня слов нет.